Шановні друзі, я вітаю вас від імені Всеукраїнського клубу почесних послів науки ЦЕРН в Україні. Від початку року в умовах карантину сьогодні ми проводимо 15-й вебінар. На попередніх вебінарах ми розглядали різні питання. Доповідачами були педагоги та науковці, представники ЦЕРН, університетів та українських закордонних науково-дослідницьких установ. І розглядались питання теоретичні та прикладні аспекти фізики високих енергій, геофізики та астрономії. Відеозаписи цих лекцій можна проглянути в YouTube. Сьогодні наша зустріч особлива. Клуб відкриває нову рубрику «Онлайн-зустрічі з зірковими друзями». Першою зіркою, яку йому запросили, є академік Борис Вікторович Гриньов. Борис Вікторович – провідний вчений України в галузях сенсіляційних матеріалознавства, приладобудування, взаємодії електромагнітного опромінювання з речовиною, доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, премія Кабінету міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій, премій Національної академії наук України імені Курдюмова та імені Трифілова, нагороджений багатьма орденами України та зарубіжжя. Академік Борис Гриньов – директор Інституту сенсіляційних матеріалів Національної академії наук України, представник України в ЦЕРН, науковець, відомий далеко за межами України як творець наукової школи з вивчення фундаментальних властивостей сенсіляційних матеріалів. Входить до 30 найбільш цитованих в світі вчених України. Крім наукових досягнень і звершень, Борис Вікторович – поет з романтичним і водночас гострим відчуттям сьогодення, сповнений любов'ю до життя. Його поетичні твори – це не попса, вони викликають живий відгук в серцях людей, надихають провідних композиторів та виконавців України на мистецький прояв дивного світу відчуттів та думок академіка Гриньова. Проте сьогодні тема нашої зустрічі з Борисом Вікторовичем – дивний світ сенсіляційних матеріалів. Надаю слово академіку Гриньову. Будь ласка, прошу. Добрий день, господа. Давайте сьогодні поговоримо о сенсіляційних матеріалах и об этом направлении деятельности, которым Украина известна в мире. Что такое сцинтиллят? Что такое сцинтилляция и что такое сцинтилляционный материал? Сцинтилляция – это короткая вспышка света. Сцинтилляционные материалы, естественно, это материалы, которые позволяют эту вспышку реализовывать. Для чего это надо? На самом деле сцинтиллятор или сцинтилляционный метод – это метод факир. Вокруг нас находится повсеместно невидимые излучения, различные электромагнитные частицы нас пронизывают. И мы это все не ощущаем и не видим. Так вот, сцинтиллятор – это материал, который позволяет невидимое излучение делать видимым. То есть он трансформирует невидимое излучение в видимую часть спектра света, в свет, который мы видим и можем регистрировать. Сцинтилляторы известны давно. Я покажу сейчас две таблички такие. Еще Резерфорд, когда он строил свою модель атома, он пользовался сцинтилляционным методом, когда он считал пролетающие частицы. Но на самом деле широкое применение сцинтилляторов началось в мире, когда был запатентован Нобелевским лауреатом Хофштадтером. Но Нобелевскую премию он получил не за это, но как инструмент, который он создавал для регистрации радиоактивного излучения. Он в 1948 году зарегистрировал первый сцинтиллятор. Это был натрий йодистый. Потом он зарегистрировал еще несколько сцинтилляторов, но отсчет, можно сказать, что отсчет сцинтилляционной техники начинается
1948 года, когда были получены первые кристаллы и получены первые патенты создания сцинтилляционных материалов. В Украине это все появилось, когда это было в Украине, это в Советском Союзе, но было принято решение в 1955 году о создании специальной организации, которая работала в Министерстве химической промышленности. Это была закрытая организация, почтовый ящик, естественно, потому что она 100% заказов выполняла для интересов обороны, закрытых задач. Как вы понимаете, излучение надо было регистрировать, и это были специфические проекты создания вооружений. И вот с 1955 года начался отсчет получения этих материалов. И в 1959 году, да, надо сказать, что к этому делу приложил свои руки Кирилл Синельников, известный очень физик, который очень много сделал для создания Украинского физико-технического института. Это было специально, он писал специальную записку пояснительную в Совет министров СССР со словами о том, что в Харькове необходимо создавать такой институт, потому что в Харькове именно наибольшая концентрация ученых-физиков, технологов и химиков, усилием которых может быть успешно развиваться это направление материаловедения и техники. И тогда вот было создано Всесоюзный научно-исследовательский институт особо чистых материалов, особо чистых веществ, сцинтилляционных материалов и монокристаллов. В НИИ монокристаллов оно в народе называлось тогда, а тут это был почтовый ящик. И начиная с 1959 года, когда был получен первый сцинтилляционный материал, это был натрий йодистый, активированный таллием, дальше пошли эти патенты, заявки. И дальше активно начало развиваться это направление в Советском Союзе. Но были построены под руководством этого института несколько заводов, в том числе и завод в Усолье-Сибирском, который серийно производил монокристаллы, сцинтилляторы и детекторы специфические. Но как бы расцвет этого всего, такой, о чем стало известно в мире, и о чем, ну, благодаря чему стал известен Институт сцинтилляционных материалов, Институт монокристаллов сначала, потом Институт сцинтилляционных материалов, был связан именно с независимостью Украины. Потому что, если раньше эта организация работала в интересах СССР тогда, и под ее руководством и по ее технологиям развивалось 18 различных предприятий на территории Советского Союза в разных наших республиках на тот момент, то с 91 года, когда Украина стала самостоятельной, полностью поменялась структура наша, полностью поменялись интересы, и мы открыты стали для мира. И с того момента стартанули с большими такими проектами, я об этом сегодня чуть позже расскажу, которыми и завоевали мир, так сказать, и которые стали очень известны в мире. Стал известен в мире этот производитель именно вентиляционных материалов. Мы в середине 90-х годов смогли создать серийные производства, многотоннажные серийные производства, я сейчас об этом скажу. Но вот видно, что в 92-м году, это уже независимость была, были получены такие кристаллы, как вольфрамат свинца. С этим связан фактически все достижения современной физики детектирования. Были получены огромные монокристаллы цезия йодистого весом более 500 килограмм. Благодаря этим технологиям, нашим технологиям, я точно так же это скажу, фактически началось у нас медицинское приборостроение
в начале 2000-х годов. И было принято решение Национальной академии наук о том, что вот эта часть института монокристаллов будет на... Потому что эта область так бурно развивалась, и было такое количество, ну, и интересов, и задачи, которые решались. И было принято специальное постановление Национальной академии наук о создании института сцинтилляционных материалов в 2002 году. То есть отчет вот этой организации, которой вы произносили, я являюсь директором чего-то, это в 2002 году я стал директором этого института. И после этого было получено, изменилась структура работ тех, которые были до этого, если раньше это было связано в основном со щелочно-галлоидными материалами, специфика такая была, то дальше, после 2002 года, поменялись направления деятельности, и у нас начали появляться, мы начали работать с другими средами, ученые начали работать в других направлениях, и у нас появилось много-много материалов, в том числе часть из них находит сейчас промышленное применение, находит интересное использование. Типы сцинтилляторов, с которыми мы работаем в Институте сцинтилляционных материалов, это вот видно из этой таблицы. Как я уже сказал, это щелочно-галлоидные материалы или щелочно-галлоидные кристаллы. Это оксидные сцинтилляторы для подобных применений, как и щелочно-галлоидные сцинтилляторы. Ну и специфические применения у халогенидов и органических материалов и пластмассовых сцинтилляторов. Это все во фактически четыре направления, четыре кита, на которых держится наш институт сцинтилляционных материалов и которые мы развиваем у себя. Вот я уже начал как-то говорить об истории открытия новых сцинтилляторов. Вот оно, начало, там где опыты Резерфорда были. И вы видите, как активно стартануло это с конца 40-х годов, но особо активно это все открытие новых сцинтилляционных сред, открытие новых материалов, особый приток денег в это направление появился, к сожалению, надо сказать, но к сожалению для основной массы населения планеты, но, к счастью, для ученых, которые занимались сцинтилляционной техникой, это 9-11, так сказать, этот террористический акт, который произошел 9 сентября 2000 года. Вот тогда начали целенаправленно вкладывать деньги, и появились огромные проекты ДОИ, как бы, и американцы стали вкладывать в это дело сотни миллионов долларов и даже больше. И во всем мире начался такой бум с созданием систем обороны, второй линии защиты. А в этих всех системах активная среда, к нашему счастью, это сцинтилляционные материалы. И вот после середины 2000-х годов и фактически до настоящего времени, он волнами так идет, этот бум, потому что если тогда это все было Япония и Соединенные Штаты Америки, то на протяжении последних там 7 лет где-то этот бум наблюдается в Китае. И поэтому как бы вот это направление техники, оно все время находится на подъеме. Огромное количество, есть монографии, в том числе и наши монографии, которые описывают множество сцинтилляционных средств, сцинтилляционных материалов. Но сцинтиллятор, он характеризуется несколькими параметрами. Это выход света, это энергетическое разрешение, это его часто очень материалы с хорошим энергетическим разрешением и со световыходом хорошим, они гигроскопичны, что также сужает область их применения и требует специальных условий для их применения, создания специального капсулирования. Очень много гигроскопичных материалов являются хорошими сцинтилляторами. Но самый главный параметр, по которому идет отбор материалов, это, как вы понимаете, цена. И вот, к сожалению или к счастью, коммерчески доступны на сегодня такие, которые имеют вот, по соотношению цена-качество отличные характеристики,
и сентиляционные материалы, это 10 сентиляторов. Это натрий-йодистый активированный талием, цезий-йодистый активированный талием, цезий-йодистый чистый, цезий-йодистый активированный натрием, литий-йодистый европием, БДЖО, это ортогерманат висмута, вольфрамат свинца, стронций-йодистый активированный европием, и цинк-селен, активированный телуром, или там еще есть добавки. Ну и в последнее время это яги. Они перекочевали из лазерных сред с различными активирующими добавками. Это тоже хорошие сентиляторы, которые используются для скважинной аппаратуры. Ну вот это то, что я уже, так сказать, начал рассказывать. Оксидные кристаллы. Вольфрамат свинца – это, скажем так, король был до последнего времени, я об этом скажу чуть позже, но это основной материал, который был изобретен в нашем институте в 1992 году. И благодаря этому изобретению фактически на сегодня работает большой адронный коллайдер в ЦЕРНе. Огромные многоэтажные дома из этого кристалла построены для детектирования частиц для детекторов. Установки до последнего времени производились в Луганске. Это ростовые установки, установки оксид для выращивания монокристаллов. Растут эти монокристаллы методом Чехральского. К сожалению, сейчас это производство полностью потеряно, и поэтому то, что мы имеем на сегодня, или мы делаем своими силами, или мы приобретаем в Китае. Оксидные сентиляторы – это уже работы последнего, скажем так, десятилетия или даже последних нескольких лет. Находят очень большое применение для поиска редких событий. Какие же такие редкие события, которые, к сожалению, до настоящего времени не зафиксированы? Каждый раз физики с удовольствием сообщают о том, что им удалось это сделать. Это все-таки мы занимаемся поиском темной материи и поиском темной энергии. Нам найти надо ВИМП. И для этого используется в том числе и болотометрический метод, когда при низкой температуре зафиксироваться должно излучение, и пролет этой частицы должен нагреть кристалл. Мы должны увидеть изменение температуры и зафиксировать, тем самым еще и зафиксировать излучение. И для этого должны быть созданы суперчистые монокристаллы, суперчистые материалы, так называемые низкофоновые сентиляторы. Ну вот нами предложено несколько таких фиксирующих монокристаллов, которые проходят испытания, которые даже вот последнее время итальянцы забрали большое количество цинк-вольфрамо-4 для поиска темной материи. Есть в мире сейчас несколько экспериментов идут. Тут как бы была тоже наши были приоритеты. Есть еще группы после того, как мы показали, какие материалы должно использовать. Сейчас еще группы исследователей, в частности в России, в Новосибирске, занимаются выращиванием таких материалов. Мы в последний год, вот в прошлом году мы эту работу провели, вырастили особо чистые вот низкофоновые монокристаллы вольфрамата свинца из археологического свинца. Где же мы взяли этот археологический свинец? А его добыли со дна океана, с лодок и кораблей, которые затонули 300 лет назад. Потому что все, что после Чернобыля, вот тут у нас на поверхности, оно все загрязнено, все фонит, фактически нет особо чистых материалов. Поэтому вот, добывая вот этот археологический свинец, были специальные экспедиции, которые подняли эти детали вот этих старых кораблей и дали нам, и мы их использовали для выращивания особо чистых монокристаллов. Особый наш конек, благодаря которому мы поднялись в 90-е годы и фактически завоевали рынок этот сентиляционных материалов, это были крупногабаритные щелочно-галоидные кристаллы. Такой технологии, как мы, в мире никто не выращивал монокристаллы. Мы создали у себя, вот чем мы отличились и почему мы поднялись, и почему мы стали успешной организацией. Когда
происходила стагнация в стране в начале 90-х годов, когда фактически все пошли на базары и как бы начало все это распродаваться. Нам повезло, честно говоря, но это же надо уметь. И в то время директором был Владимир Петрович Семеноженко. Ему удалось заключить контракт с фирмой Siemens на продажу технологии производства детекторов для гамма-камер. И Siemens купил тогда эту технологию вместе там с одной ростовой установкой. И Siemens уехал у себя налаживать эту установку, а мы у себя в Украине вложили деньги от продажи в создание практически производства вот таких вот крупногабаритных щелочноголоидных сцинтилляторов. Это было нормально, потому что до этого, ну как бы их не было. До этого по такой технологии пытались в конце 80-х годов, была программа антисои, когда мы делали различные оптические элементы для того, чтобы лазерами сбивать американские спутники с орбиты. Ну, естественно, эта программа не пошла, ростовые печи были. И вот мы их начали тиражировать и использовать, и у себя создали правые участки для крупногабаритных щелочноголоидных кристаллов, и мы производили их до 20 тонн в год. Я расскажу ниже, как бы, зачем это делалось. Ну, в общем, частично раздали в зарплаты, а частично вложили в новое оборудование, которое в новые ростовые установки. И мы выиграли тогда несколько тендеров физики высоких энергий в ряде экспериментов. Еще одно важное направление – это органические сцинтилляторы. Очень важное для регистрации альфа и бета излучений. Тут как бы это направление, где мы точно так же являемся одними из мировых лидеров. И работы последних лет, которые позволяют нам занять свою нишу такую большую. Эти работы не только важны были сегодня, ну вчера я имею в виду там 2 года назад, когда мы начали получать эти материалы, но они важны сегодня и очень важны будут завтра, потому что подобные технологии мы как раз предлагаем, и они одобрены были, и это было неожиданно, для детекторов будущего, которые будут использоваться в FCC. Это фьючер, будущий коллайдер, вот 100-километровый, который планируется начинать строить в ЦЕРНе после 30-го года. И там нужны специфические радиационно-стойкие материалы, специфические сцинтилляционные среды больших объемов, которые тяжело получать обыкновенными ростовыми методами или еще как-то. Но вот нами был предложен как раз такие возможности для создания органических сцинтилляторов. То есть за этим направлением ближайшее будущее будет. Наиболее дешевым, а значит широко применимым материалом, который есть и который производится единицами, а иногда десятками тонн, это сцинтилляционная пластмасса. Это наиболее дешевый сцинтиллятор, который находит свое применение. Вот в аэропорту Борисполь, может, видите, такие стойки стоят на проходах, пассажиры проходят мимо них, они их часто не замечают. Ну вот после моего выступления, может, те, кто слушает его, будут видеть его. На стойках там есть написано «Аспект», допустим, или еще название каких-то компаний. Так вот, там в этих стойках стоит вот такая вот сцинтилляционная пластмасса, и она регистрирует несанкционированный пронос ионизирующих источников ионизирующего излучения. Может зафиксировать в том числе и грязную бомбу, которая содержит радиоактивность. Сцинтилляционные пластмассы, которые мы в Харькове тут производим, целый комплекс технических и технологических приемов, как по отношению к установкам, на которых это выращивается, так и по отношению к материалам. Это надо знать, это надо уметь. Мы это знаем. Отличие одно от мировых производителей пластмассовых сцинтилляторов. У нас пластмассовые сцинтилляторы, они производятся на основе полистирола. Во всем мире они производятся на основе поливинилтолуола. Как вы уже поняли, есть специфические
области применения сентиляционных материалов. Это медицинские томографы, это радиационные порталы, о чем я только что сказал. Это досмотровая аппаратура, я сейчас об этом скажу. Это спектрометрические порталы. Также есть еще такие области применения, как охрана окружающей среды. Это широкое применение, когда все, кто занимается контролями, имеют такие переносные приборы, которые больше всего приобретаются и, скорее всего, выходят из строя. Томографические гаммокамеры. Я могу тут сказать, это так называемый метод Ангера, который появился в 60-е годы, гаммокамеры. И первые деньги дали очень известные музыканты, Битлз. Битлз финансировал это направление развития техники в 60-е годы. Свои деньги, заработанные на концертах, они вкладывали тогда в это направление развития науки. У нас было изготовлено в тысячные годы, на протяжении 6-7 лет, было изготовлено для украинских клиник 36 гаммокамер. Причем это было несколько поколений гаммокамер. Прекратилось это все в тот момент, когда определенные группы депутатов из определенных регионов нашей страны сказали, зачем нам покупать отечественные, зачем нам вкладывать деньги в отечественное производство. Мы будем покупать зарубежное, оно лучшего качества. Мы будем ставить у себя только лучшее качество. Будем ездить на Мерседесах. Зачем нам тут запорожцами? Копали это направление техники, развитие этого направления техники в стране. Потому что без интересов государства оно не может развиваться. Это все-таки дорогостоящая аппаратура. Не такая дорогостоящая, как она не стоит те миллионы евро и долларов, за которые ее сейчас приобретают. Она стоила в десяток раз дешевле, то, что мы делали. Но, тем не менее, люди хотели что-то с этого иметь. Это разные виды гаммокамер, которые мы делали. И они проходили клинические испытания. Они работают, до сих пор работают. Я могу сказать, что до сих пор пользуются спросом. Последнюю гаммокамеру, которая у нас тут находилась в институте, на которой мы обучали студентов, которую мы показывали, ее забрала Харьковская клиника, попросила в этом году, в начале этого года, им передали, там успешно отлажена и успешно работает в институте радиологии в Харькове. Досмотровые системы. То, о чем я говорил, системы контроля в аэропортах, порталы, которые отслеживают несанкционированное перемещение вдоль дорог, в аэропортах, специально были построены мобильные таможенные досмотровые системы на украинско-российской границе. Когда ввели первую эту систему, это было в середине 2000-х годов, она парализовала мгновенно проезд через границу, под Харьковом на автомобильном пропускном пункте Гоптовка. Вот вы видите рентгеновский снимок, четвертый кадр. Тут видно, что первый же контроль, который был проведен, обшивкой машины было обнаружено огромное количество контрабандных подшипников, которые провозили из России на территорию Украины. Мгновенно наступил паралич, мгновенно наступили переговоры между Россией и Украиной, и мгновенно было принято решение о том, что давайте пусть пункт этот постоит закрытым, и контролировать мы будем визуальным и другим методом контроля, традиционным для этого вида деятельности. Вот монитор для детектирования излучения, эти порталы есть, они активно применяются. И были созданы отечественные интероскопические системы Полискан, но они не пошли, они не развивались. То есть развиваются западные системы, для которых фактически 50% европейского рынка вот этих досмотровых систем, которые мы производим кристаллы для европейских компаний, которые выпускают европейские досмотровые системы. 50% этих досмотровых систем, Смит-Хайман, они работают на наших материалах. Но своих досмотровых систем в стране мы не производим. Очень такой хороший рынок,
но очень нестабильный рынок, в кавычках я говорю, для сентиляционных материалов, это физика высоких энергий. Я уже говорил о том, что мы создавали в начале 90-х годов, мы поднялись фактически на участие института в экспериментах по физике высоких энергий. Тогда были два проекта реализованы, Бабар и Беле, вы видите, это 96 и 98 годы. И за эти проекты была получена японской командой, вот Кобаяши, Маскава и Намбу, ну вот Кобаяши и Маскава, я с ними встречался, я с ними знаком, Нобелевская премия 2008 года была получена. И мы, как бы большой коллектив наших ученых, участвовал в двух работах, в написании двух работ, которые вошли потом в состав Нобелевских работ. Они получили за свое предвидение вот, Нобелевскую премию, но за осуществление вот этого всего, как бы для создания детекторов для измерения того, что предсказали Кобаяши и Маскава, это вот мы были там участниками этих работ. Это одна из наиболее цитируемых работ нашего института. Ну и также Нобелевскую премию за открытие бозона Хиггса это получили Хиггс и Энглер в 2013 году, а там стоит монокристалл вольфрамата свинца, о котором я уже говорил. Я тут хочу сказать о том, что на Большом адронном коллайдере сегодня, вот там, где 4 эксперимента наибольших, это Атлас, СМС, ЛСБ и Алиса. В каждом из этих экспериментов, в каждом, хотя украинские группы ученых работают только в 3 экспериментах, в каждом из этих экспериментов находятся наши материалы. И поэтому без нас фактически ни одна, скажем так, в кавычках, большая свадьба, которая на сегодня в мире физики высоких энергий реализуется, не обходится. Всего в рамках сотрудничества в области международных экспериментов ИСМА выполнено и реализуется более 30 международных исследовательских проектов. Вот на этой диаграмме они приведены. Вот сейчас идет и КАРУС проект, где мы как бы принимаем участие. И, как я уже сказал, будущие проекты ЦЕРНа в настоящее время, когда идет теоретическая пока еще, уже экспериментальная, потому что мы первые образцы отдали туда на измерение создания будущих детекторов, мы это реализовываем. Вообще, герои наших всех, к сожалению, Людмилы Лаврентьевны уже нет с нами, но именно она создатель этого известного кристалла вольфрамат свинца. И мы хотим как бы увековечить ее память, и мы тут сквер будем создавать возле института. Именно там мы поставим эти ростовые установки, на которых были выращены впервые вот эти вот монокристаллы вольфрамата свинца. И надо сказать то, о чем я говорил, что кристаллы по двойному бета-распаду и по поиску темной материи, которые на сегодня эти работы реализуются совместно с Федором Даневичем из института ядерной физики Национальной академии наук Украины. Точно так же они начинали с Людмилой Лаврентьевной Нагорной, а теперь Ирина Тупицына их продолжает реализовать. И вот эти материалы, о которых мы уже говорили, то есть это молибдат цинка для поиска двойного бета-распада, наиболее подходящий материал. То есть мы принимаем активное участие в поиске темной материи. Также для этого предложен еще один материал, это кристалл вольфрамата магния. Те же самые применения, это конкурирующие между собой материалы. Нужна просто хорошая устойчивая промышленная технология. Сейчас идут отладки этого всего, дорогостоящие эксперименты. Но они будоражат наше воображение. Если мы увидим эти частицы, вы представляете, какой переворот в науке будет совершен. А мы принимаем на сегодня самое непосредственное участие, потому что сердце этих установок, это и наиболее чувствительная часть этих установок, это как раз вот эти вот кристаллические сентилятор. Как я уже сказал, мы принимаем участие фактически в каждом из экспериментов на Большом адронном коллайдере. Вот в частности, пластмассовые тайлы были созданы для СМС первые в 1994 году, а сейчас мы сделали апгрейд большой, вставили туда радиационастойкие вот такие вот пластиковые тайлы на наиболее уязвимые части Большого адронного.
Вот тут демонстрируется просто, мы не только делаем кристаллические материалы, но вот для эксперимента Дайабэй были зафиксированы осцилляции нейтрино и последний неизмеренный параметр по осцилляциям нейтрино, в котором мы принимали непосредственное участие, потому что мы создали для него, специально синтезировали огромное количество вот этих самых сцинтилирующих добавок для этого жидкого сцинтиллятора. Вот мы получили такое благодарственное письмо, что нас поздравляли с участием в научном открытии мирового масштаба. Вот написано, что мы имеем самое непосредственное к этому отношение. Бозон Хиггса, как я уже сказал, это повторение уже идет. Мы в составе группы СМС, группа наших ученых принимала участие в СМС-эксперименте в рамках СМС-РДМС проекта. И мы являемся соавторами вот этой известной публикации, которая тоже вошла в состав публикации, за которые люди получили Нобелевскую премию. Очень важное направление нашего, на сегодня нашей деятельности, оно не связано со сцинтилляторами, но это люминесцентные наноматериалы. Мы занимаемся и нанопорошками для сцинтилляторов, но тут у нас просто это направление, где мы являемся одними из пионеров, и тут мы создаем новые многофункциональные гибридные нанокомпозиции, различные детоксактивные нанокристаллы. Все это, вот все, что связано с этим направлением, и с люминесценцией, которые удается наблюдать, это прямое направление для создания новых лекарственных препаратов. И тут точно так же мы работаем на сегодня с рядом компаний украинских, фармацевтических, и довольно успешно у нас идут, ну, широкий круг имеем технических и медико-биологических применений. Немножко об институте, для того, чтобы я говорил, все это делают люди. Общая численность института сегодня у нас 265 человек. Научных сотрудников у нас 143, докторов наук 17, кандидатов наук 55. У нас есть своя аспирантура, у нас на сегодня там учатся 10 человек. И 30 человек у нас в возрасте до 35 лет. За этот год, вот только за этот год, у нас защищено уже 3 докторских диссертации и 5 кандидатских диссертаций. Так что welcome, ВИСМА, молодежь, мы ждем, у нас интересное мировое направление, которое мы развиваем, поддерживаем, ну, благодаря чему мы хорошо известны в мире. Благодарю за внимание. Можно задавать запитання, можно писать в чаті, а можно включить микрофон и задать. Долинський Андрій запитує. Борис Вікторович, ви упомянули про использование сцинтиллятора для борьбы с терроризмом. Возник вопрос, каким образом используется сцинтиллятор в данном направлении, какой тип сцинтилляторов используется? Ну вот, допустим, последнее то, что делалось в больших масштабах на протяжении последних 4 лет, это делали китайцы. Это так называемая вторая линия обороны. Она вокруг Украины, эта линия тоже есть. Она сделана за американские деньги, но вокруг Украины эта линия стоит, которой стоят сцинтилляторы пластмассовые, а китайцы поставили у себя огромные, вот вы видели, что мы можем делать большие кристаллы до 500 килограмм, ну вот 2 дюйма на 4 дюйма на 16 дюймов, они у нас закупали такие кристаллы натрия йодистого, активированного таллием. И это своего рода ставятся такие спектрометрические порталы, которые чутко реагируют на пронос или провоз радиоактивных элементов. Вы видели, что как отравили Литвиненко в Англии радиоактивными веществами. Так вот, мы страшно боимся грязной бомбы. Что это такое? Это если взять радиоактивную какую-то массу и распространить ее по какой-то территории, и заразить огромное количество людей, то есть можно заполучить, в кавычках я говорю, Чернобыль номер 2 каким-то образом.
ну, таким несанкционированным. Так вот, с этим можно бороться. Для этого создаются специальные на дорогах, на каких-то участках, специальные пункты контроля, которые чутко реагируют, не только кто-то проезжает или что-то провозится. Я могу сказать, что зазвенит этот детектор, он может зазвенеть тут, может зазвенеть на центральном пульте управления. Но когда даже человек после того, как он сделал, ну, радиотерапию, допустим, или прошел контроль какой-то и будет через границу происходить, то детектор такой начнет звенеть. Дуже широке коло застосування матеріалів. Борис Вікторович, гадаю, що висловлю спільну думку глядачів, учасників зустрічі. Те, що ви розповіли, дійсно дивний світ, дійсно дивних синтеляційних матеріалів. Шановні друзі, ваші запитання, будь ласка. Користуйтесь можливістю. Можна, да, вопрос? Будь ласка. Здравствуйте. Здравствуйте, Дима. Спасибо за очень такой интересный познавательный доклад. А можно узнать, для чего, ну, в чем ценность вот крупнотоннажных сентиляторов, где, ну, то есть, для чего именно растить один большой, где вот его целиком такой огромный, там, 500 килограмм можно использовать? Спасибо. Но два применения таких наиболее широких. Первое применение – это детекторы для гаммакамер. Он должен быть, кристалл, настолько однородным, для того, чтобы, и он должен быть соизмерим с телом человека. Поэтому мало того, что растится большой кристалл, он еще дополнительно сжимается, прессуется, и для того, чтобы он был размерами 700 на 700 миллиметров, для того, чтобы открыть тело человека и смотреть, где в теле человека есть неоднородности, то есть обнаруживать опухоли. То есть это такое применение. А второе применение, как я уже сказал, физики высоких энергий. Чем больше однородных материалов по однородности ты получаешь, туда на больших объемах, на больших площадях, тем тебе легче их согласовывать, сигналы согласовывать. Все же оно должно быть одинаково светиться и одинаково работать. Поэтому не должно быть никаких неоднородностей. Поэтому создаются большие массивы таких сентилирующих сред. Борис Викторович, вопрос. Сколько времени требуется для выращивания такого крупного кристалла? Неделя. И еще запитывают, кто у світі для ісма конкурент? Чи були спроби промислового шпіонажу? Ну, промисловий шпіонаж ми все время видим со стороны Китая, как бы, потому что они не могут, у них нету подобных технологий. Мы в мире вообще уже на протяжении более 20 лет, мы занимаем устойчиво второе место. На первом месте находится Сан-Габен. Есть такая большая мировая компания. Сан-Габен имеет даже в Украине 5 своих офисов, но основной бизнес у них это остекление небоскребов. Вот все небоскребы, которые остеклены по всему миру, это все творчество Сан-Габена. А поэтому кристаллический бизнес там занимает меньше 1%. Но, тем не менее, они оперируют большими суммами денег, они их легко вкладывать в какие-то, с ними тяжело конкурировать, но нам это удается сделать. Ну, мне, друзья, еще, будь ласка, запитання. Наша зустріч скоро буде добігати до кінця. Ну, я вам обещал еще, если вы просили меня какие-то, вы же представляли меня как ученого и как поэта. Да, ну тут у вас есть такое запитання. Да, давайте. Значит, результаты вивчення этих властивостей инсоляційних материалов и багато палітра застосування цього класу речовин вражають, це певно. Скажіть, будь ласка, чи існує зв'язок цього дивного природного світу з натхненням і відчуттям краси, які надихають вас на створення поетичних творів? Прямое. Ви зараз услышите, как бы, этот мир сентиляционных материалов дает очень много поводов для написания каких-то стихов, что то творчество, что другая часть жизни творчества. Поэтому ты постоянно находишься в какой-то такой прекрасной атмосфере, прекрасной творческой атмосфере и окружен творческими людьми, которые все время находятся в поиске. Поэтому вся жизнь – это такая прекрасная, прекрасная сказка. Читать один из ваших творів можете зараз?
Могу один, могу два. Я еще, кроме того, всего остального, являюсь представителем Украины в ЦЕРНе. И ЦЕРН меня часто очень подталкивает к написанию, когда я там особенно нахожусь, каких-то текстов. Вот в 2017 году там открыли перед въездом ЦЕРН, кто был, тот знает, площадь, на которой расположили флаги всех стран-участниц ЦЕРН. И там поднимают, новую страну принимают, и флаг этой страны принимают. Вот стих такой я написал, когда был на открытии на этом мероприятии. Он называется «Стратегия». Путь в полстолетия пройден, Хиггс-бозон найден. Одним улыбнулся Нобель, другим, говорят, мечтайте. Поймайте свою удачу, где нет уж стандартной модели. Не может ведь быть иначе. Известное уже съели. По ЦЕРНу идеи витают, купаются в обсуждениях, дошли к неизвестному краю. Какие принять решения? Куда приложить усилия, собраться и деньги направить, чтобы знаний добыть изобилие в том месте, где тот мудрый правит? И вот создается стратегия, Европа сим озадачена, исследованиями, проектами, ученые будут охвачены. И в честь такого события, а может, просто совпало. Новую площадь открыли и флаги на ней подняли. Чудово. Борис Вікторович, вражає дійсно обсяг роботи і різні аспекти. Від свинця, який пролежав на дні Світового океану 300 років, до перспектив розвитку ЦЕРНа до 2030 року. Можна порадіти за те, що у нас в країні є такі вчені, є такий інститут, є такі досягнення. Запитують. Чи мали ваші кристали випробування якихось властивостей в космосі? Звісно. От та ж сама Людмила Лаврентівна, вони не, как бы не то, що іспитання властивостей в космосі, а от стиковка, допустим, Аполлон-Союз, вот то, что было. Молодежь, которая слушает доклад, наверное, она не знает, что это, но я объясню, потому что это до сих пор применяется в космосе. Вот в системе, в этом узле, два корабля пристыковываются каким-то байпасом таким, узким узлом, и потом они отстыковываются точно так же. Но для пристыковки, для наведения точного, на одном корабле стоит источник радиоактивности, а на другом корабле стоит сцинтиллятор. И вот этот источник радиоактивности приближается к этому сцинтиллятору, и точная фиксация и соединение этого узла, вот это вот стоят такие кристаллы, в космосе они просто имеют утилитарное использование такое. И когда-то еще при первых полетах, вот Людмила Лаврентьевна, та же самая Нагорная, она получила орден Трудового Красного Знамени за создание такого материала для космического корабля. Вражає, дійсно, диапазон, мы дійшли до космічної Одиссеї, а запитують вас еще. Как много компаний вкладывают деньги в развитие вашей компании? Ну, как? Во-первых, мы разговаривали об институте. Институт – это не компания, понимаете? То есть предприятия, которые работают. Никто не вкладывает какие-то деньги. Предприятие работает много лет, и институт работает уже много лет. Мы зарабатываем, если разговаривать уже о бюджете института, то государство дает нам порядка 25, наверное, 30% от денег, которые институт использует для своего содержания. А 70% денег мы зарабатываем, причем 50% от этих 70 мы зарабатываем в виде экспорта продукции, а 20% в виде хоздоговоров внутри Украины. Молодцы. Дуже приємно, що у вас молодий колектив науковців. А звідки в основному приходять кадри? Тільки з Харківського університету чи з інших університетів? Ні, во-первых, всі вузи Харкова, ну, технічні. Це і Харківський університет радіоелектроніки, і Харківський політехнічний інститут, і авіаційний. У нас є своя кафедра, я заведую кафедрою в Харківському університеті фізики кристалів, тому це базова кафедра для нашей организации. Но
Мы сейчас уже второй год занимаемся тем, что мы хотим сделать видокремленный подраздел нашего Киевского академического университета. Мы бы уже это все сделали, но помешало вот это изменение в законодательство, которое депутаты приняли в конце прошлого года, об том, что нельзя создавать какие-то филиалы там или еще что-то в 5 городах. Это Харьков, Одесса, Киев, Львов, там, по-моему, Днепропетровск. Это затормозило нас, а так бы у нас уже с этого года работала бы кафедра этого Киевского академического университета. И скажите, пожалуйста, сколько вы тратите материала на создание 500 килограмм сцинтиллятора? Расходные коэффициенты 500 килограмм, значит, надо удвоить его, получится тонна. Дякуємо. Шановні друзі, наша зустріч буде добігати кінця. Тому, Борис Вікторович, дякуємо вам за захоплюючу наукову доповідь і живі поетичні рядки. Бажаємо вам здоров'я та подальшого успіху в науці та творчості. Усім учасникам зустрічі дякуємо за увагу. До нових зустрічей, друзі. Щасливо. Спасибо большое. Дякую всіх.